Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Олександр Гамоля. Добрий день. Мероприємство з нагоди 95-ти з дня народження народного письменника Білорусі, героя соціалістичної праці, владельника шматликих медалів і орденів, автора 130 книг Івана Шамякіна пройшли у Добрузькому районі. Почалося свято на Малой Радзіме нашого знакомитого земляка у вёсці Карма, де йому відкрили меморіальну дошку. Удел у мероприємствах прийняли міністр культури Республіки Білорусь Борис Святлов і генеральний директор Національного мастацького музея Білорусі Владимир Прокопцов. Подробязности у Марины Северьяновой. Свято-Покровская церква у вёсцы Карма Добрушского района. Менавіта з яе наведвання распачаліся мероприемствы с нагоды 95-ти с дня нараджэння народного письменника Беларуси Ивана Шамякина. Нездарма у белорусской мове словы «святы» и «свято» маюць агульное походжанне. Великая литература, да стварэння якой меў дачынення Шамякин, як и церковное служение, утрымліваюць одну мэту – духовное выхаванне людей. Епископ Гомельский Жлобинский Стефан рассказал гостям об стварэнні церквы, святым Іане і той ролі, якую зараз у жыцці не толькі кармянцаў, але і паломнікаў з усёй Беларусі і блізкага замежжа адыгрывае гэты Божы прыстанак. Тут жа кіраўнік райвыканкама Вольга Мохарова перадала гасцям і дары майстроў Добрыжскага краю. Затым побач з царквою на будынку Дома культуры была ўрачыста адкрыта мемарыяльная дошка. А ў Добрыжскім Доме культуры у гонар памяці Івана Шамякіна прайшоў канцэрт. Урыўкі дакументальных фільмаў аб аўтары атлантаў і карыятыдаў, падрабязнасці біяграфіі, тэатралізаваныя імправізацыі старонак шамякінскіх раманаў і, зразумела, шмат добрых слоў ад людзей, якія ведалі Івана Пятровіча асабіста. Кожны пісьменнік ён непаўторны па-свойму, і кожны ён безумоўна несе ў сабе першую чаргу. Вось тыя ўспаміны, ці, калі так сказаць, светапогляд тых мясцін, дзе ён нарадзіўся, жыў і сфарміраваўся. Гэта бывае летак да 20, там, ну, можа, трохі больш, але ж гэта застаецца на ўсё жыццё. І тое, што прыпала для яго якраз вось на Добрыжскую зямлю, гэта якраз яго стаўленне як грамадзяніна, як чалавека, гэта, канешне, ён пранёс праз усё сваю творчасць. 2016 объявлены ў Беларусі годам культуры, і свята, прымеркаванае да гадавіны з дня нараджэння Івана Шамякіна, стала адной з адметных культурных падзей, бо аб'яднала не толькі часы, але і людзей. Нагадала, што адзінства каранёў, светапоглядаў, літаратурнай спадчыны – наша сіла і апора. 2016 год объявлены прэзідэнтам нашай страны годам культуры для Гомельскай области начался замечательным, очень значимым событием. Мы хотим, чтобы наша земля действительно оставалась знаковой для всех поколений. И самое замечательное, когда живет человек, и он жив до тех пор, пока жива о нем память. Таким человеком для нашей земли является Иван Шамякин. Кіраўніцтва Национального мастацкого музея подрыхтавала для добрушан свой подарунок – выставу работ белорусских мастаков. На их краевиды белорусской земли – родные кутки и мястины, до яких так приемно звертаться думками, знаходить у гэтых успаминах сутяшение и теплыню. Из нагоды года культуры и из нагоды юбилея на Петровича Шамякина – ну и в угле, как земляк, я каждый год вот, дарю свои творы, творы своих коллег, своих мастаков. Тут так само в моей персональной картинной галереи были представлены ведущие мастаки нашей Беларуси. Как они так само могли дотыкнуться до тех шедевров, тех творов наших ведомых мастаков. Ну и, конечно, как так на их выховали, мы смогли выховывать и молодое поколение. Поэтому я вельми счастлив, что сегодня нахожусь тут, среди своих земляков. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Працягваем выпуск. Згодна з аператыўнымі дадзенымі Гомельскага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, эпідэмічны парог па захворванні на грып і вострыя рэспіраторныя інфекцыі ў рэгіёне не перавышаны. Між тым, у медыцынскіх і навучальных установах працягваюць захоўвацца пэўныя карантынныя мерапрыемствы. Алег Сінцяроў азнаёміўся з сітуацыяй у Брагінскім раёне.
от агрогородка Красное Брагинского района до погранперехода Комарин усяго 15 километров. Украина, где означается несприятная ситуация по гриппу, зусім побач. Не в опошнюю чергу, именно этим фактом можно растлумачить повышенную увагу до здоровья каждого жихара. Правда, непосредственно сярод местного населения неких хвилеваний не назирается. До межи хоть и недалеко, але яна литерально на замку. У всех, кто проезжает с боку Украины, обовязково проверяют на наявность хворобы тепловизором. Выключение не робится ни для кого. Хоть певные обмежевания у вёсцы все ж таки увяли. У минулые выходные у местовой школе повинна была пройти традиционная встреча выпускников. С великим того, что шмат кто из их зараз проживая у соседней краине, от мероприемства вырешили отмовиться. В целях профилактики отменяем все культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, на которых могут дезинфекция проводится обязательно всех помещений, дверных ручек, столов, ученических стульев, учащихся первого класса игрушки также обрабатывается дезрастворами. В столовой и на пищеблоке все обрабатывается дезрастворами. Что тычется необходимых леков, как для профилактики, так и для лечения, то их у Ново-Ялчанской амбулатории запас, как минимум, на 2 тижні. Пясковцы никакого ажиотажа не робят, але профилактикой занимаются. При подозрении на грипп анализы доставят в районную больницу на протягу 2 годин. Хоть эпидемии у вёсцы не чекают. По-перше, около 40% местных жихаров зарабили отповедные прищепки. А прича того, на передадне повышения узровню захворывания, медики провели встречи у научальных установок и на предприемствах, где еще раз нагадали, как поводить себе у небеспечный период. Алгоритм деяния у самих медиков предугледживая у всех махчимой ситуации. Лихорадка, если высокая интоксикация, головные боли, если есть тошнота, есть рвота, мы предлагаем всем, чтобы это был вызов сделан на дом. Выезжает доктор, выезжает медсестра, вот, и там на месте решается вопрос о дальнейшей его госпитализации, вот, и о дальнейшем его лечении. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район. Про ситуацию с захворыванием на грипп в регионе и об тем, как оборонить себя и своих близких, пойдет сегодня размова у ток-шоу «Пушкина 8». Компетентные специалисты откажут и на питание глядачов, серед яких ти есть сенс у лютовской вакцинации, как змагаться с чергами у поликлиниках и те эффективные методы народной медицины. Ток-шоу «Пушкина 8» выйдет у эфир сегодня в 18:50 на «Беларусь 3». Акрамя гэтага, сёння гледачоў канала «Беларусь 3» чакае прэм'ера. У эфір выйдзе першы выпуск новага праекта тэлерадыёкампаніі «Гомель» «Знак якасці». У ім пойдзе гаворка аб прадукцыі кандытарскай фабрыкі «Спартак» і ў прыватнасці аб новай сучаснай вытворчасці вафляў. Увогуле, цыкл перадач «Знак якасці» бліжэй пазнаёміць гледачоў з айчынным прадуктам на прыкладзе прадпрыемстваў Гомельшчыны ад харчовай і лёгкай прамысловасці да машынабудаўніцтва і высокатэхналагічнай вытворчасці. Глядзіце праграму «Знак якасці» сёння ў 18:35 на тэлеканале «Беларусь 3». У Китая значили Новый год по усходним календары. Не застались у Баку от гэтага свята и белорусы. Разом с китайцами, которые зараз працуют на Гомельшине, яны примали удел в веселых конкурсах и оценивали оригинальные усходние танцы. Наши корреспонденты провели несколько годин с замежными будовниками Добрушской паперово-кордонной фабрики. Еще за несколько годин до Нового года сотни китайских специалистов находятся на працовных местах. С середины минулого года на новую паперовую фабрику начало поступать китайское, французское и австрийское обсталявание. Сёлета необходимо не только завершить его монтаж и провести пусконаладочные работы, але и отримать первый кордон. По словам керавництва новобудовли, ранее китайские специалисты уже узводили аналогичные объекты, але только у себе на родиме. Хотелось бы отметить высокий уровень на данный момент монтажных работ. Претензии по монтажу и производству работ у нас, как у заказчика, корпорации «Сюань-Юань» никаких не возникает. Китайские специалисты признаются, на Новый год вельми хотели поехать на родиму, каб сустрэць свята разом с родными. Тем больше, что у Китая его отношают вельми масштабно, с карнавалами и фейерверками. Причем святкование протягивается целый месяц. Правда, с гэтыми марами пришлось развитаться. Усе 1200 специалистов застались на Гомельшине. Мы должны как можно скорее вот, сдать данный объект для укрепления дружбы между Беларусью и Китаем.
На столах разнастайная садовина, а на сцене народные танцы и веселые конкурсы, после яких еще раз переконываешься, наши культуры вельми розные, але и агульного все ж таки шмат. Китайский вариант народной гульни «Узгадай мелодию», например, это коли необходимо не только правильно назвать твор, але и добегчи после этого до вызначенного места. И бадай самый головный конкурс на этом святе – выраб пельменев. На новогоднем китайском столу это самая головная страва. Бадай один и одрознение от пельменев белорусских, у их больше городнины. Китайский Новый год для китайцев – это самый важный праздник в каждом году. Вот особенно, вот если человек за границей долго работал, перед Новым году обязательно должен домой уехать. За несколько годин до Нового года по усходним календары китайские специалисты праз интернет веншуют своих родных. Сучасные технологии дозволяют убачить один одного и рассказать о пошние новины. Ровно у 3 годины дня по белорусским часе уключаются усе телевизоры. У Китая начинается прямая трансляция початку Нового года вогненной малпы. Теперь можно повиншовать усіх сябров, у тым ліку белорусских. На гэты раз усё зразумела без перакладу, с пожаданнями шчастя, багаття и добробыту. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, телерадіокампанія «Гомель» з Добруша. Новини регіону, інформація об проектах телерадіокампанії «Гомель» ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті по адресі www.tvergomel.by. На гэтым випуск завершений. У студії працював Олександр Гамоля. Добрих вам новинов і до зустрічі.